чай, Персия, Персия, словно в раю. Честное, честное, слово даю. Персидские шары, персидские ковры. Здесь строли бали, здесь женщин не видали. Потому что черные чадры. Он потому худой. Нет, 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 ошибаешься. Вот, 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 убеждаешься. Этот вот персидский, но простой народ. Очень много силы песням отдает. Целый день поет он и танцует, вот. Вот за что мы очень, вот такой народ. Персия, Персия, страна чудес. Если я родился здесь, песнею с песнею теряю вес. Персия, 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 мой папа пес. Каждый теплым светлым утром на базаре такую людям злую новость рассказали. У Али и Касыма, двух братьев родных, умер старый отец, умер добрый отец, рассказали. Брат Касым, старший брат, стал наследство копить, торговать, покупать, прибавлять и растить, рассказали. Младший Али-Баба стал дарить, угощать, все гостям раздавать, бедняков баловать, рассказали. За Касыма женой отдал дочь Фатиму, отдал главный судья и в придачу дворец, рассказали. Дворец? Дворец! Жены Али-Баба взял подругу Зейнаб. Жены Али-Баба взял подругу Зейнаб. Ей на свадьбу кувшин отдал бедный отец, рассказали. Обыкновенный старый кувшин, да? Одному кувшин, другому дворец. На востоке все решает солнце. Оно вселяет в одних мудрость и веселье, но у других оно выжигает гостеприимство и братское чувство. Эй, Касым, а Касым? Говори, Фатима. Брат твой ходит босым? От большого ума. Очень умный твой брат, очень добрый твой брат. На базаре о нем говорят. А что они обо мне говорят? О тебе все вздыхают подряд. Брат Касым, он всего лишь богат. Эй, Фатима. Слушаю, мой господин. Лимоны здесь, вот здесь хурма, инжир, все в погреб. Съешь апельсин. Наш Али-Баба, это знаешь сама, очень глупый бедняга, а ты съешь апельсин.
болтунов на базаре ожидает тюрьма. Твой папаша судья, а ты съешь апельсин. Золотое шитье, какова бахрома, ткани быстро в подвал. И съешь апельсин. Ва-бу-бу-ба, ва-бу-бу-бу. А завистников драных в такие дома не пускают хоть трижды, он брат Фатима, слышишь? Слушаю, мой господин. А завистников драных в такие дома не пускают хоть трижды, он брат Фатима, слышишь? Слушаю, мой господин. Ва-бу-бу-бу. Ва-бу-бу-бу. На востоке простор, над простором шатер, над седой шапкой гор, гордо синий ковер. Но очень жарко, можно ткать, можно шить, можно трубку курить. Можно жить, не тужить, можно друга любить, но очень жарко на востоке живешь, гости друга зовешь. На востоке живешь, весь базар позовешь, наш обычай хорош. Очень жарко. Ай, Зейнаб. Ах, моя маленькая жена. Ай-яй-яй-яй. Очень жарко. Постареешь, поймешь, жарко жить, а умрешь. Ай-яй-яй. Очень жалко. Постареешь, поймешь, жарко жить, а умрешь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Очень жалко. Очень жалко. Значит, сегодня львовы в гости придут. Как же завтра? Лов пойдет, выпьют чаю и песни споют. И так же завтра. Лишь для любви и веселья люди живут. Мудрости это я отдал вчерашний мой труд. А как же завтра? И на завтра, и на послезавтра установил Али-Баба порядок дня. Уходил он в горы за дровами, на базаре утром приветствовал меня. Так и жил бы дом его трудом и миром, без нужды и зависти, если бы не страшный случай. Это быль уже не быль, а небыль. Вдоль ущелья только пыль до неба. Там, где за день двух людей не встретил, от людей и лошадей и ужасный ветер, 40 конных безобразных ураган, впереди их одноглазый атаман. Мы бесшумная команда, злая банда, атаманда, шито, крыто, крыто, шито вас. Мы в этой реке не мутим, убиваем, а не шутим. Шута, круто, круто, шута, ван. Что награбим, сохраним. Все украсим.
играет град сим-сим-сим-сим. Четко, громко, громко, четко вам. Ваши важные горшки быстро прячем мы в мешки. Шатко, кратко, кратко, шатко вам. Мы бесшумная команда, злая банда, а команда шито, крыто, крыто, шито вам. Что награбим, сохраним, сохраним. Все украет крат сим-сим. Сим-сим. Четко, кратко, кратко, четко вам. Лошадей слезай, мешки на плечи, у двери в пещеру по порядку станови. Первый, пятый, 35-й, 40-й я. Разбойники, как можно тише. Стройся! Сим-сим, сезам, откройся! Хочешь, верь своим глазам, хочешь, не верь. Всех пустил к себе сезам и запер дверь. Ну и чудеса в горах, я вам скажу. Весь зарылся я в дровах и весь дрожу. Что за люди, что в мешках, почему сим-сим? Что за ястреб одноглазый, почему сим-сим? Что за дверь в горе, как страшно, почему сим-сим? У Али-Бабы слова дрожат, дрова дрожат, сим-сим. Кто такой сим-сим? Дашь ответ, гора, на это? Ухожу? Если только до ответа додрожу. Сим-сим, откройся! Важные горшки быстро прячем мы в мешки. Шатко, кратко, кратко, шатко вам. Мы бесшумная команда, злая банда, а команда шито, крыто, крыто, шито вам. Что награбим, сохраним, сохраним. Все украет крат сим-сим. У всех бывает так, у каждого бывает зелено-серый страх, всю душу раздирает. Но в самом центре страха минута наступает, где любопытство страху тревожится, мешает. И словно ты опять, малыш, скребется кто-то, будто мышь. Ну что ты потеряешь? Ну что ты потеряешь? Если все узнаешь. Ах, любопытство — это пытка, страшней гремучего напитка. Ах, интересно, где и что? Ах, любопытно, что и как? Ах, интересно, почему сим-сим, откройся? Али-Баба, чудак, постой! Кто ты такой, простой бедняк? Ведь любопытно, да? Ведь любопытно, да? Тогда иди, не бойся. Ну что ты потеряешь? Ну что ты потеряешь? Если все узнаешь. Сим-сим,
Откройтесь, будьте так добры. Ах, спасибо, награди тебя Аллах. Ах, смотреть, все в коврах, в зеркалах. Что там? Новая пещера? Ах, еще? Сколько комнат, сколько сказок в зеркалах. Завтра утром накормлю я весь базар. Но не звука, а сим-сим и зеркалах. Спустилось солнце 2 часа тому назад. Ушел мой муж и не вернулся он назад. Куда бежать, Али-Баба, вперед-назад? Спустилось солнце 2 часа тому назад. Кто нам поможет, беднякам, где силы взять? Аллах высоко, а султан, где денег взять? Что делать, помощь в Персии не дать, не взять? Кто нам поможет, беднякам, где силы взять? В горах давным-давно черным черно, наверное. А во дворцах спит каждое окно, наверное. Али-Бабу съел дикий волк давно, наверное. В горах давным-давно черным черно, наверное. А во дворцах спит каждое окно, наверное. Мой рассудок очень слаб. Над простором шатер. Голос твой мерещится, мой Али-Баб. Над седой шапкой. Голос твой мерещится, мой Али-Баб. Гордо синий ковер. Вот ты сам приснился весел, жив и храбр. Но... О, возьми меня с собой, Али-Баб. Очень жарко. О, возьми меня с собой. Молчи, Зайнаб. Иди сюда, гляди сюда, молчи. Налей мне чай и помогай, молчи. Тише ресницами моргай, молчи. Султан, услышь ты, прощай, молчи. Динары в землю засыпай, молчи. Али-Баба сходит с ума. Динары народу раздам. Али-Баба сходит с ума. Зайнаб, станешь вроде звезда. Али-Баба сходит с ума. Нас завтра проводят в зиндан. Зиндан в переводе тюрьма. Прошла ночь, солнце выспалось, небеса проснулись, разогрелось утро. Ушел Али-Баба. Ой, надо торопиться. Хозяйка, если ты, ой, надо торопиться. Без счета наше золото в земле лежит. От страха все дрожит. Ой, надо торопиться. Эй, Фатима! А, Фатима? Вот есть крупа, а мерки нет. Но есть крупа, вот, Фатима. А мерки мерить, значит, нет. Хотя крупы есть, Фатима, и даже много, мерки нет. Ты дашь мне мерку, Фатима? Бах, много слов, зачем так много треска?
Ты мне невестка или не невестка? Здесь во дворе постой, а в дом не заходи. Ты мне невестка или не невестка? Циновки в доме чистые, Зинаб. Не знаю, ноги мыла ли невестка. Циновки чистые, а мерка там. Там, в дальней комнате, постой, невестка. Крупы не сосчитать. Ну и невестка, мы медом кое-где пометим мерку. Посмотрим вечером, что даст проверка. Крупы не сосчитать. Ну и невестка. Зачем так много слов, так много треска? Я и невестка, или не невестка? Циновки ее чище моих ног. Подумаешь, циновная невестка, мы бедняки, но чище наших ног. Не видел ваш порог, любезная невестка. Вот мерка для крупы твоей проверка. Верни мне к вечеру привет, Али-Бабер. Косым летает целый день, как беркут. Давно не виделись, привет, Али-Бабер. Верни мне к вечеру, ты слышишь, мерку, и в гости как-нибудь. Скажи, Али-Бабер, храни Аллах тебя, прощай, единоверка. Косы ему наш поклон. Привет, Али-Бабер. Посмотрим вечером, что даст моя проверка. Крупы не сосчитать. Привет, Али-Бабер. Скорей, скорей, скорей. Ой, надо торопиться. Скорей, Зинаб, скорей. Устала поясница. Как много. Ты смотри, во сне вам не приснится. Ну вот, уже конец. Теперь воды напиться. Какая тьма, какая тьма. Кто там, Зинаб? Я, Фатима. Возьми назад. Благодарю. Бегу домой я, Фатима. Кипит похлебка на огне. Бегу. Спасибо, Фатима. Вах, много слов. Зачем так много треска? Ты мне невестка или не невестка? Все мои враги. Вкусней не ел я кураги. Расшитый золотом костюм. Умней Касыма, есть ли ум? На кой мне черт, и брат, и друг? Гранат мне слаще и урюк. Тащи, жена, еще изюм. Умней Касыма, есть ли ум? Богатство мужа береги, пусть сдохнут все мои враги. Зачем эти слезки испортили глазки? Фатима, ушел вечер плова, настал вечер ласки. Фатима! Ах, нищий, скорей позабудь все дары. Фатима! Твой брат на горе, ты башмак у горы. Эй, жена, Аллаха моли, чтоб тебя не побил, женщина. Твой брат и цали тебя перехитрил. Женщина. Ты самый умный, Касым, ты как золото считаешь, Касым? Пальцами. Перстами. А если много золота, ты как считаешь? Вах, вах. Ладонями, горстями. А брат твой бедный, чем, как ты считаешь? Дурацкими мечтами. Нет, 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 ошибаешься. Вот, 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 убеждаешься? Мерками, ведрами, горшками. Стой, Фатима,
Куда ты? Подожди, подожди, куда ты так быстро? Ну, помедленнее, Фатима, подожди, что, что ты? Что ты? Фатима, останься! Мама, бабушка, прабабушка! Стой, не хнычь, слушай речь, хватит болтовню толочь. Я даю тебе ночь, думай, как себе помочь. А не придумаешь помочь, ухожу навеки прочь. Даю тебе честное слово, персидское честное слово. Не будь я судейская дочь. Я стану циновки сушить, я стану Али-Баба богатству служить, я стану двоюродной женой или рабыней великого Али-Баба-баба-бабыни. А ты будешь вечно смешон и лавки этого дома лишен. О, я несчастнейшая из персидских жен. Прочь, косым, прочь, я даю тебе ночь. Думай, как себе помочь, а не придумаешь помочь, ухожу навеки прочь. Даю тебе честное слово, персидское честное слово. Не будь я судейская дочь. Салям алейкум, здрасте, Касым, мой старший брат. Как сей восход прекрасен, так тебе я рад. Как говорила наша бабушка, кто обидел эти маленькие глазки? В моем доме нету жизни тишина. От меня ушла моя тишина. Лишь тобой моя душа обижена. В моем доме нету жизни тишина. Что за чертова заноза? Почему ты стал богаче? Моя жизнь была как роза, вся из лепестков удач. На базаре всем известно, я богатый, ты бедняк. Это мудро, это честно, это правда, это факт. А? Как ты так? Признавайся, ворон старый, где украл свои динары? Честное слово, я тебе зарежу. Слушай, ворон новый, слушай, брат невежа. Мне нечего скрывать, я не умею воровать. Честно, честно, не надо топать и кричать, не надо брату угрожать. Все, что смог я закопать, можешь честно отобрать. Честно, честно, вот под этой чинарой я зарыл свои динары. Успокойся, все пустяк, ты богач, а я бедняк. Это мудро, это честно, это правда, это факт. Слушай, вышло это так. Пока с тобой я толковал, брат брату правду всю сказал про дверь и про Сим-Сим, про все, что было с ним. 10 мулов под 2 сундука. Немало будет. Напомни брату дома, пусть сидит, за мной пусть не следит, не то как звать его забудет. Ты сам-то не забудь сказать слова, ведь дверь-то может не открыться. Ой-ой, как кружится голова, ой-ой, как голова кружится. Тяжелым будет путь до погребов, когда на город с гор наляжет тьма. Жди золотого мужа, Фатима. О, все мне и никаких Али-Бабов. По 2 мула, по 10 сундуков, немало ли будет? Ой, устал. Что теперь?
искал. Дверь как дверь. Эй, Сим-Сим, откройся. Ой, ой, ах, смотрите, все в коврах. Ах, смотрите в зеркала. Сокровища, сокровища, сокровища. Что в этих ящиках? Что в ворованных гулящиках? Открой еще, открой еще, открой еще. Ой, ой, что делается? Багдадские духи, росанские масла, аравийский берем, кувшины хорошо, золотые мечи, бубны, гонки, флейты, кастрюли, мясо, фрукты, лепешки, халаты, чай, сербет, галам, халва, сокровища, 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 ой-ой, что делается? Надо хоть одну пещеру до конца. Ой, что там виднеется? Деньги, шелка, индийские, сирийские, китайские. А 10 мулов под сундука немало ли будет? Тяжелым будет путь до погребов, когда на город с гор належит тьма. Жди золотого мужа, Фатима. Все мне и никаких алибабов. А 10 мулов под сундука немало ли будет, а 2 мула по 10 сундуков. Немного ли будет, а 10 мулов по 10 сундуков. Немало ли будет. Эй, дверь, открывайся! Эй, дверь, открывайся! Ох, Фатима, ты будешь рада, не будь я косым. Ох, жарко без ночной прохлады, прохладной росы. Все заберу, мне все здесь надо. Вспотели усы. Заезжу мулов до упаду, не будь я косым. Ученая дверь. Ждешь словечко? Ага. Из чего масло выжимают? Ага. Конопля, откройся! Ну, как тебя зовут-то? Черт, забыл. Ага, горох, откройся! Вот упрямый зверь. Открывайся. У меня мулы простудятся, слышишь? Мычат. Эй, фасоль, откройся. Кто там? Ветер. Ага, уже ночь. Вот это да. Эй, Али-Баба, как ты там говорила? Овес, конопля, конопля уже была. Ага, эй, ячмень, дорогой, открой. Синай, Арарат, Магомед, спасите от бед. Ты что, сердитесь, стол, что я так много взял? Пожалуйста, я не жадный. Хочешь, смотри-ка, этих шаровар. Вот тебе 5 пар. Нет, это 2 пары, ладно? Вот, кладу обратно. Теперь тебе приятно? Приятно теперь? Открывайся, дверь. Капуста, откройся. Свекла, редька, чесночок. Так нечестно, старичок. Ты что, совсем без сердца? Все! Ой, я чихаю, как от перца. Али-Баба, чтоб ты сдох, проклятый врушка. Эй, укроп, морковь, петрушка. Вот это беда. Забыл навсегда. Али-Баба, спасай, братушка. Али-Бабашенька. Али-Бабушка. Сим-Сим, откройся. Ah!
Ой, спасибо. Немножко забыл. Немножко память, как у верблюда. Сим-сим, откройся. Сим-сим, открыл. Вы все сюда, а я отсюда. Как тебя зовут, разбойник? Я разбойник. Я Сим-Сим. Ты, по-моему, покойник. Эй, Ахмед. Я Ахмед, сорви голова на дворе, трава на траве, дрова. Займись-ка им. Ты кто такой, пустой тюрбан? Я этот... Добрый вечер, атаман. Я Фатима. Нет, я муж конопли. Конопля, пещерка, дверка. Я все забыла. Смотрите, Хасан. Смотрите, Хасан. От страха разбойника перекосило. Он стал от жадности совсем косым. Ой, вспомнил. Меня косут зовым. Зовут косум. То есть зовут косым. А вас зовут Сим-Сим. Откройся. Ахмед. Я Ахмед. Сорви голова. Есть сорви голова. Не надо, сорви голова. Не надо, сорви голова. Сим-сим, сезамчик, откройчик, дверь. Я больше не буду воровать. Я больше не буду воровать. Сезам, сим-симчик, ну открой мне дверь. Сезам, слезам не верит. Ахмед. Я Ахмед. Касым. Я Касым. Закройся. Я дам тебе золото, Фатима, а брате молчи навсегда, Фатима. Али-Баба. Ты будешь у нас и сыта, и согрета, но тайну забудь навсегда, Фатима. Али-Баба. Для жадных, для добрых свой путь, Фатима. Косым был косым, ну и пусть, Фатима. Он братом мне был и останется братом. Как умер он, тайна моя, Фатима. О, Али-Баба! Бедняк, зови бедняка, завтра будет веселый базар. Приходи, у кого рваный есть пирохан, съели горные волки Касыма, как я вам сказал. Угощаю за брата, подставляйте карман. Все богатства Касыма беднякам он сказал, братец горным достался волкам он сказал. По желанию брата бедняки будут сыты всегда. Подставляй свой карман, бах, веселый базар! Ах, горы Персии, солнечный край, леса густые, ходи и наблюдай. Если бы Али-Баба зашел за перевал, он узнал бы, что Хасан бандитам приказал. Он узнал бы, как своей он жизнью рисковал, если бы Али-Баба зашел за перевал. А что за перевалом? Разбойничий привал. Там, за перевалом? Там, за перевалом, там, 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 там. Разговоры кончать, встречать атамана. Обскочи весь белый свет, никого умнее нет. Нашего Хасана. Браво, браво. Ну что вы, право. Прожили 2000 лет, никого моложе нет нашего Хасана. Право, право. Ну что вы, право. Обскочи весь белый свет, никого смелее нет нашего Хасана. Солнце Персии согрет, получи, Хасан, привет и Хасану.
Браво, браво, ну что вы, браво. Честно скажу, хвала не отрава. Спасибо, ребята. Конечно, вы правы. Слова восхищения совсем не забавы. У вас хищение, у нас хищение, у них хищение после нашего посещения. У вас восторг. Прошу прощения, на восторг нет воспрещения. Честно, ребята, хвала не отрава. Честно скажу, работать пора вам. Есть еще один куплет. Никого скромнее нет. Нашего Касана. Очень правильный куплет. Никого скромнее нет. Вашего Хасана. Вашего меня. Ахмед, иди сюда. Ахмед, царь и глава на дворе, трава на траве, трава. Надо поговорить с глазу на глаз. Ага. Слушаю, мой атаман, слушаю тебя, то есть вас. Увел любимца Хасан одноглазый. Скука, разбойники, скука. С глазу на глаз. Ахмед-то двуглазый. Скука, разбойники, скука. С носу на нос, сказал бы уж сразу. Скука нет, сухо на ухо. Тише, не злите Хасана. Песню. Давай. Про старые раны. Любит Аллах в белых челмах все вершины в горах, а у нас старые раны. Пьет атаман, ест атаман, он живет как султан, а у нас пляшут, поют, берегут свой приют, а у нас старые раны. Утром вставай, ешь, убивай, все ему отдавай, о себе. Сладкие сны, мир без войны, мне отсюда видны все усталые страны. Но мне прости, нету пути, мне вовек не войти в эти старые храмы. Семей, нет ни детей, нет ни кровли своей, есть у нас старые раны. Любит Аллах в белых челмах, честный люд в городах, а у нас все вершины в горах, а у нас старые раны. Разговоры кончать, встречать атамана, всем встать. Башки налево! Разбойники! Сообщаю новость. Вчера в нашу пещеру кто-то заходил. Кто-то знает про Сим-Сим.
Кто-то забрал голову нашего врага и унес в город. Кто-то забрал наши сокровища, которые вы добывали горячей кровью и честным разбоем. Кто-то должен быть убит. Ахмед уходит в город. Ахмед смелый разбойник. Кто-то не уйдет от Ахмеда. А если кто-то уйдет от Ахмеда, тогда не быть Ахмеду моим помощником, тогда Ахмед будет съеден на обед дикими волками. Ступай, Ахмед. Мы ждем тебя с новостями. Ты знаешь, в честь твоего похода мы даже не будем есть до твоего прихода. Ахмеду лошадь запрягай веселой песней провожай. Важные горшки быстро прячем мы в мешки. Шатко, кратко, кратко, шатко, вот! Мы бесшумная команда, злая банда, а команда шито, крыто, крыто, шито, вот! Что награбим, сохраним, сохраним! Все укроет крот сим-сим, сим-сим! Здравствуй, добрый старик. Не знаю, как тебя зовут. Здравствуй. Зовусь я Мустафой. Ты человек здешний? Садись и слушай. Отдыхай. Я человек сапожный. Я понял, ты любитель разговора. Я очень рад. Не перебивай. Сиди и отдыхай. А что твой взгляд такой тревожный? Чей взгляд? Мой взгляд? Нормальный взгляд? А нет, ты прав. Тревожный. У меня здесь умер брат. Вот так дела. Давно? Кто он? Скажи мне, если можно. На это сам ответишь, Мустафа. Я города не знаю, брата с детства не видал. Но только что узнал, что день тому назад... В горах его загрызли волки. Ага. Пожалуй, волки, если больше здесь никто не помирал. Ай, да чего, старый, у тебя челба, лысина просвечивает. Возьми на здоровье, вот тебе новое, белее снега, носи на память. Что же с братом? Спасибо, щедрый человек. О брате ходят злые толки, что будто бы не волки, а бандиты. Слушай, и не загрызли, Мустафа, не перебивай же, погоди ты. Прости, потом расскажешь все. Возьми динар, покажи дорогу к дому брата. Пошли. Спасибо тебе, пошли. История груба. Зато каков ваш третий брат, Али-Баба? Ты любишь брата своего Али-Бабу? Кого? А, да, люблю. Он разве не в гробу? Косым в гробу! Ты помешался с горя! Али-Баба купил его дворец вчера. Живут одной семьей, не зная горя. А умер старший ваш, Косым, ты помешался с горя. Постой. Где этот дом? Вот. Ага. Спасибо. Возьми за помощь золотой и ступай назад. Еще один динар. Огромное спасибо. Вот это братья, да. Ступай, спасибо. Ага, вот камень. Никого мне нет нашего Ахмеда. Так, порядок. Встречать, атаман! Нет, не меня. Ахмед бежит из-за перевала. Мухаммед, быстро встречай! Эй, Зинаб, сестра моя, смотри, смотри! Что, потолок на голову упал? Кто на воротах крестик рисовал? На нашем доме белый знак, смотри!
Возможно, дети, стоит ли кричать? Я плов поставила, мне надо наблюдать. Не любишь крестики, возьми да и сотри. Ай, подозренье мучает меня, что если крестики домами поменять, на всех воротах мелом начерчу, смотри, врагу Али-Бабы не видеть света дня. Мухаммед, готовь ужин. Ахмед, продолжай рассказ. Персидский базар, так? Глупый башмачик Мустафа, так? За 2 динара все отдаст, так? Пошел, указал, я нарисовал мелом белый крестик, так? Хочешь, сейчас пойдем после ужина, хочешь, завтра, так? Сейчас! По одному разбойнику из каждой десятки отца. Первый, второй, третий, четвертый. Атаман, а как же ужин? Ужин, ужин к черту. Ужин вам не нужен. Вперед, мою любимую, запевай. Поменьше есть, поменьше пить, побольше драться. С утра лезть, а ночью бить, обогащаться. Не давать себе спать, а мозгам расслаблять наши мускулы. Эх, мускулы! Будем сечь, убивать, будем жечь, не давать людям спуску мы. Плачьте, бабка и дед, сын с папашей, привет! Дочке, матери! Ночью город умолк, лишь гиена и волк нам приятели. Гиена и волк нам приятели. И богач, и бедняк, и готов к родняк, всем базар, базар у нас. Сундуки нараспах, наша тайна в горах. Симсе замкнуто. Так, всем молчать, слушать только атамана и меня, его помощника. Еще не помощник. Уже почти помощника. Вот, крестик белый, видели? Так. Здесь живет Али-Баба, наш враг и брат врага нашего. Кто-то был вчера в пещере, так кто-то это Али-Баба. Ахмед, а в этих воротах тот же Али-Баба или другой? Хасан! Глядите, атаман, и здесь вот белый крестик. И здесь, и тут, и тут, и тут, вот, вот. Ахмед, сорви голова. Я, Ахмед, сорви голова, на дворе трава, на траве двора. Я смотрю на бахнуться. Мухаммед. Я Мухаммед. Сорви голова. Есть! Ах, Мухаммед, ах, разбойник, ну иди ко мне. Очень черные тучи опустил над горами Аллах. Очень краткие ночи случаются в наших горах. И не эти, ни те, не заснут в темноте. Одинокие слуги Хасана. Какой там покой, он горит как огонь. Одноглазый фонарь атамана. Кто-то напал на след. Узнал Сим-Сим, позор всем нам. Был утром убит Ахмед, кто хочет пойти за ним, позор всем вам. Предатель стал Мухаммед, пора рассчитаться с ним, позор всем вам. А шел в кусты Мухаммед и в пропасть упал, черт с ним.
признал Сим-Сим. Позор всем нам. Суета, суета, не заснут до утра. Одинокие слуги Хасана. Какой там покой, он горит как огонь. Одноглазый фонарь атамана. Это золото, а не урюк. Любезный сапожник Мустафа, возьми еще два динара, и прежде чем проводишь меня к дому моего доброго брата Али-Бабы, помоги моему другу Сулейману купить 40 кувшинов для оливкового масла, 20 мулов, и пусть небосвод твоей старости сияет звездным огнем твоей мудрости. Пустые слова золотой похвалы, они тоже, как деньги, помогают замутить разум. Зачем ему 40 кувшинов? Зачем новый брат у Али-Бабы? Зачем 20 мулов и еще какой-то Сулейман? И башмаки у одноглазого посетителя рынка в подозрительной пыли от горного камня. И Касыма убили в горах. Касыма убили... Но замутили разум деньги, Мустафили, простафили. Был порядок на земле простым простой, каждый пятый был совсем смешным смешной. Каждый третий был заметен головой, лишь один из миллиона был герой. Был порядок на земле давным такой. Извините, пожалуйста, этот мир сегодня стал больным больной. Очевидно, от погоды, от такой. Жил да был Али-Баба, жил да был Али-Бабой. Вдруг кричат, какой герой, какой святой. Этот мир сегодня стал совсем такой. Извините меня, пожалуйста. Ай, мгновение прекрасное, постой. Кто не злой, тот значит парень золотой. Дайте быть Али-Бабе, дайте быть Али-Бабой. Не качайте восхищенно головой. Дайте быть Али-Бабе, Али-Бабой. Простите меня, пожалуйста, вот и все. Скажи, веселый бородач, как мне увидеть доброго Али-Бабу? Спасибо. Спасибо тебе, странник. Пускай нас называют добрыми после нашей смерти. А я сегодня, видишь, веселый Али-Баба. Что-то будет, что-то будет, что-то будет, что-то будет. Я иду издалека, моя ноша нелегка. Если б ты знал, Али-Баба, как я устал. Али-Баба, моя ноша нелегка. Дай поспать у огонька. Если б ты знал, Али-Баба, как я устал. Али-Баба, дай поспать у огонька. Мулы отдохнут пока. Если б ты знал, Али-Баба, как я устал. А вот тебе моя рука, в дом входи, поешь слегка. На востоке живешь, весь базар позовешь, на шабысе хорош. Если б ты знал, Али-Баба, как я устал. Али-Баба, ставь кувшины во дворе, отдыхать иди скорее. Ты устал ужасно. Гляди на старика, его ноша нелегка. Гость похож на чудака, что в кувшинах сорока. Оливковое что-то масло. Будет. Что-то будет, что-то будет, Али-Баба.
Ай, Зейнаб, разговор бросьте. Плов, лепешки и вина приготовим гостю. Спасибо, почтенный хозяин. Иди к себе в дом, я иду следом. Только мулов привяжу. О, Сезам, врагу навеки отомстись. Шутки бросим по порядку из кувшинов. Отзовись. Раз, два. Восемь. 18. 38. Сулейман. Здесь атаман. Отвечаешь за эту ночь, назначаю тебя помощником. Объявляется война. Тихо крикнем. Тишина. Тишина. Разбойники. Эй, гость дорогой, хватит звезды считать, честное слово. Садись на ковер, будем петь, угощать вкусным пловом. Аллах да хранит этот чертог, мир сему крову. Чтоб я так смог, как ты мне помог, честное слово. Зинаб, Зинаб, где масло взять? Здесь мало для блинов опять. Соседи улегли все спать, мы увлеклись, где масло взять? Ах, сколько слов, что голова кружится. Ты мне сестрица или не сестрица? Иди в отпор, там не души, вот до сих пор. Отлей кувшин, одолжи масло, до утра потом вернем. Иди, сестра. Есть атаман, он живет как султан, а у нас старые раны. Да первый начал песню, какой кувшин, второй, четвертый. Мы допоем хоть тресни, пошел ты к Ахмеду. Нет ни семей, нет ни детей, нет ни кровли своей. Есть у нас старые раны. Утром вставай, режь, убивай, все ему отдавай, а себе старые раны. Этого же атаману все перескажу Хасану. Проживи 2000 лет, никого моложе нет. Ой, что там было? Ой, ставь масло на огонь. Ой, моя Зейнаб. Я ставлю, ставлю, не дрожи. Да что с тобой, эй, Фатима? Я чуть не умерла со страху, бежать хотела. Ой, от вас, моя Зейнаб. Что там случилось? Али-Бабу позвать? Нет-нет, молчи, нам надо Али-Бабу спасать. Там в 2 кувшинах оливковое масло, а в 38 разбойники. Ай. Ну, ясно, наш гость Хасан Одноглазый. Куда ты падаешь? Я, кажется, в обморок. Я там не была ни разу. Али-Баба, мы в окружении. О, Фатима, я сойду с ума. Какое нам принять решение? Ура! Вскипело масло на печи. Беги, Хасана, развлекай, молчи. Что знаешь, виду не подай, молчи. А мы займемся тем, что на печи. Беги, не дай очухаться врагу. Ты вернулась из обморока? Да, будем торопиться, я бегу. Ай, гость дорогой, кушайте. Вот кровь, спасибо. Вот шербет. Спасибо. Али-Баба. Просим вас, пожалуйста. Плов, хороший плов. Просто первый раз такой получился. Что-то будет. Вкусно будет. Ай, хороший плов, ну просто первый раз такой. Зейнаб, лепешки где, что за обман такой? Простите, гость наш дорогой, Али-Баба такой. Всегда смешит, всегда бежит, смешной такой. Отличный плов, ну просто первый раз такой. Пойду схожу во двор, настал момент такой. Нет, у нас закон другой, закон такой. Сначала плов, потом поем, подряд такой. Что, Зейнаб, а вдруг ему момент такой? Молчи, Али-Баба, гость вежливый такой. Сначала песня, а потом момент любой. Пойду схожу во двор, настал сначала момент песня, такой. А потом...
Пойду схожу во двор. И что же имя, повдруг ему момент такой? И что же имя, повдруг ему момент такой? Ну, помогай, Аллах, все карты у меня. Врагам Али-Бабы не видеть света дня. Так, по порядку кувшина вразливай. Ой, эй, 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 кто здесь ходит? Это вы, это мы. Я, молчи, Сулейман. Можно я вылезу вам кое-что доложить? Ты что, не можешь до утра дожить? Молчи. На востоке живешь, весь базар позовешь, наш обычай хорош. А хорошая выйдет, да. Очень ярко. Очень хорошо, а теперь все вместе. Нет, милый, все вместе, сейчас пойдем во двор воздухом дышать, а ты с Фатимой будешь лепешки давать. Фатима где, а? А действительно, а где Фатима? Она с вами живет. Мы поем ее, нет. Пускай с нами поет. Да. Ой, конечно, Фатима, иди. Она идет, но я прошу Али-Баба один куплет. Не надо спорить, ты мне муж или же нет. Конечно, муж, но что-то странно мне, Зейнаб. Мне тоже странно и обидно, где Зейнаб? Зейнаб-то вот моя жена. Где сестра? Пойду схожу во двор, настал момент такой. Отличный плов, ну просто первый раз такой. Эй, нет, у нас закон такой, закон другой. Сначала плов, потом поем, подряд такой. Ты что, Зейнаб, а вдруг ему момент такой? Тут что-то как-то не заснуть мне до утра. Пойду пройдусь, ты извини, Али-Баба. Ну я прошу, Али-Баба, один куплет. Ай, гость поспешный, подожди, один момент. Я жду, дожду, а вот момента нет и нет. Ну я прошу, Али-Баба, один куплет. Ну я прошу, Али-Баба, один куплет. Гость, дорогой, ради моей жены Зейнаб, давай споем еще раз, а? Ну вот, Фатима. Что-то будет. Что-то сестра. Будет. Да, Фатима. Что-то будет. Ах, красавец гость, храни тебя Аллах. Ах, смотри. Еще красивее в зеркалах. Она мне нравится. Ну что ты, красавица? Ну-ка, пойте, я станцую, скажешь ах. Пойте громче, сядьте быстро на коврах. Она мне нравится. Что ты, красавица? Она мне нравится. Ну 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 что ты, красавица? Гостю споем слова сладкие, как халва. Гостю чайник чаю. Она мне нравится. Вкусно попил, поел, сладко поспать хотел. Она мне нравится. Спи, я тебя покача. Разбойник, покойник, все. С днем рождения, дорогой Али-Баба. Ты спасен, и дом спасен, Али-Баба. Зверь Хасан у нас в гостях, Али-Баба. Одноглазый атаман, Али-Баба. Ты спасен, и дом спасен, Али-Баба. С днем рождения, дорогой Али-Баба. Ты спасен, и дом спасен, Али-Баба. С днем рождения тебя, Али-Баба.
С днем рождения тебя, Али-Баба. Значит, праздник Навруз наступил наконец, а Навруз в переводе счастливый конец. Нет, Навруз Новый год в переводе. Ты мешаешь немножко вроде, а счастливый конец в переводе гостей до дверей проводим, а гость в переводе персидского слова будьте добры, будьте здоровы. За что нам так приятны неприятности, а нам за то приятны неприятности, что шли дожди опасности ужас. Вы злые атаманы безобразные, али покаты пыльцы, но прекрасную, али победные победу празднуют. За что неприятны неприятности, а нам за то приятны неприятности, что знаем мы при трудностях прекрасности, что после душ сияет небо ясно. Что жизнь прекрасна после неприятностей, жизнь прекрасна после неприятностей, жизнь прекрасна после неприятностей. Персия, Персия, фруктовый рай, персидские персики, зеленый чай. Персия, Персия, словно в раю, честное, честное слово даю. Персия, Персия, фруктовый рай, персидские персики. Спасибо, солнце Персии, здесь сказка победила все.